На переговоры с представителями Росводоканала в Барнаул приехали больше 20 подрядчиков из Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Они обсудили пути будущего сотрудничества. Росводоканал – это крупнейшая компания, которая по 2020 год осваивает более 50 миллиардов рублей по группе компаний. За 2019 год у нас в планах уже освоить более 4,5 миллиардов. Мы заинтересованы в привлечении новых подрядчиков. У нас есть достаточное количество местных подрядчиков, надежных, с кем мы давно работаем, но тем не менее у нас планы на увеличение масштабов модернизации наших объектов, и нам нужны новые подрядчики, в том числе из других регионов, с которыми мы могли бы успешно сотрудничать. На ремонт сетей и сооружений Барнаульский водоканал в этом году потратит гораздо больше средств, чем в предыдущие годы. Это около 660 миллионов рублей. На 2020 планы еще масштабнее, поэтому группа компаний планирует привлекать больше партнеров. Для нас, как администрации города, конечно, все это направлено в первую очередь на улучшение качества услуг, предоставляемых населению. Ну, а если говорить о подрядных организациях, которые сегодня будут на этом мероприятии участвовать и присутствовать, то это внедрение новых технологий, которые также, помимо того, что помогут повысить качество предоставляемой услуги, они смогут снизить неудобства при производстве работ по перекладке линейных объектов или при создании новых линейных объектов. Главный акцент следующего года – реконструкция и ремонт канализационной системы и улучшение очистки воды. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.